Добрый день! Вас приветствует детская библиотека имени Пушкина, город Омск. Мы принимаем участие в челлендже эстафете АБАЙ-175. Эстафету нам передала Центральная детская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина, город Прокопьевск, Кемеровской области. Я прочту вам стихотворение Абая. Слагал я песни не для развлечения. Слагал я песни не для развлечения. Что есть, чего в них нет, не в этом суть. Открытым сердцем, словом наставления, я юных подвигал на верный путь. И правду слов моих поймет любой, кто жизнь бирает полной душой. Коль вдаль пошел, то не блуждай, виляя. Коль черпаешь, то забирай до дна. Не сетуй, если слово «соль крутая» тебя смутила горечь полна. Спеша понять, не забегай вперед, и истина сама тебя найдет. Мы передаем эстафету Мозырской центральной районной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина, Республика Беларусь.